Многовековые смешанные леса, полноводная Ока, родники, минеральные источники и кристально чистый воздух. По своей природной красоте это место может показаться нереальным, однако на самом деле оно невыдуманное и находится в Серпуховском районе в деревне Зиброво. Главное достоинство этой земли – соседство с Приокско-террасным заповедником. Вот он, Окский центр притяжения. Здесь река сильно изгибается и по форме напоминает гигантский магнит. Пейзаж завораживает. Живописным видом хочется наслаждаться из окон собственного дома. Например, вот этого бревенчатого двухэтажного общей площадью 400 квадратных метров 2012 года постройки. Здесь одновременно могут с комфортом разместиться от 6 до 10 человек. На первом этаже прихожая, гардероб, гостевой санузел, спальня с туалетом и душевой кабиной, столовая, кухня, бойлерная и просторная гостиная с панорамными витражными окнами и выходом на огромную крытую террасу. На втором этаже расположены 3 спальни с санузлом и ванной. Из окон открывается красивейший вид на Оку. В доме полностью разведена электрика, а на участке размером 40 соток вырыта 50-метровая скважина. Территория участка ровная, правильной формы и огорожена забором. По соседству с домом построена двухэтажная баня из лиственницы площадью 150 квадратных метров. В ней уже есть мебель и готовая парная. Также на участке находится бревенчатый дом 24 квадратных метра для охраны. Все необходимые документы оформлены и готовы к сделке. Проехать сюда не проблема, имеется круглогодичный подъезд. Дорога не займет много времени. От МКАДа по трассе без светофоров можно добраться за 40 минут. Но это время с лихвой окупится приятным отдыхом на роскошном песчаном пляже или активным занятием рыбалкой и охотой.